В Министерстве образования, науки, культуры и спорта состоялось голосование для определения лучших спортсменов в неигровых видах спорта по итогам года. Трое из топ-10 армянских спортсменов представляют тяжелую атлетику, греко-римскую борьбу, двое – бокс, по одному – шахматы, спортивную гимнастику и вольную борьбу. Таким образом, в десятку лучших спортсменов вошли тяжелоатлеты Симон Мартиросян, Гор Минасян, Вараздат Лалаян. Греко-римская борьба – Артур Алексанян, Малхас Амаян. Боксеры – Аванес Бачков и Давид Челоян. Артур Давтян, спортивная гимнастика. Арсен Арутюнян, вольная борьба. Элина Даниилян, шахматы. По итогам СМС-голосования в номинации «Зрительские симпатии» победил борец-классик, чемпион мира Малхас Амаян. Ранее министерство обнародовало список 22 спортсменов. Кандидаты в топ-10 представляли 7 видов спорта. Представителей командных видов спорта в списке не было. В голосовании для определения десятки лучших участвовали главные тренеры сборных Армении и аккредитованные в министерстве спортивные журналисты. Призовой фонд конкурса «10 лучших спортсменов года» составляет 50 миллионов драмов, более 50 тысяч долларов. Каждый спортсмен, вошедший в первую десятку, получит по 4 миллиона драмов, еще по 1 миллиону драмов будет выделено членам их тренерских штабов.